Здравия желаю. Давайте проверим, вот какое КПД у панельки солнечной. Значит, вот лампочка, то, что я говорил, 12 ватт берет. То есть пока у меня нету на 12 ватт, на 12 вольт, то есть приходится из сети, на 12 ватт. Какой выход у нас? Вот провода выходные, вот красный и черный. Какой выход? Выход 16-26. Так, запомнили? А теперь попробуем батарейки заряжать ей панелькой. Вот 4 батарейки по 3 ампера, соединенные на 14,8 последовательно. Вот они. То есть это где-то 14 на 3 где-то 30-40, где-то 30-35 ватт где-то. Там это плюс-минус. Вот это вот батарейки 30-35 ватт. Вот давайте включим и посмотрим, идет зарядка или нет. Как видите, зарядка идет. 5,77, 5,78, 5,79, 5,80. И идет довольно резво. 5,83, видите? То есть заряжает он батарейки отлично. Какой же это КПД? Если у нас выход 6,26, а у него максимально 18 вольт, а у нас 16,26, 18 разделим на 16,26, 1,10. А теперь 30 ватт у него в этой панельке максимально. 30 разделим на 1 и 1. Вот, как я говорил, 27 ватт. То есть вход 12, выход 27. Разделим на 12. КПД, видите, 227%. Помножим на 100. Вот КПД. 227% выходит. То есть КПД панельки по этим замерам 227%, то есть можно, как говорится, заряжать батарейки, а в дальнейшем на самозапит пойдет. И еще там останется 15 ватт на зарядку батареек. Тут еще есть запас. Почему и батарейки так быстро заряжаются? Потому что мощность хорошая, 27 ватт, а батарейки на 35, то есть почти на 80-90% мощности батарейки. То есть КПД, значит, установили, КПД панели, значит, 227%, а рептилоиды говорили 10 или там 15, то есть они брехуны. Все можно проверить только на опытах. Рептилоиды брехуны. Спасибо за внимание. Желаем всем крепкого здоровья и процветания.